16 сентября 2016 года вышел самый первый ролик на этом YouTube-канале. Февраля 2017 года уже появилось первое осознанное видео, в котором уже снимал меня оператор. Была команда, которая монтировала эти видео. Привет, это третий выпуск на канале Маргун Ювелир. И в преддверии сезона свадеб мы хотели бы вам рассказать о том, как правильно подобрать обручальные кольца, как правильно выбрать помолвочные кольца. Так как я в этом вообще ничего не понимаю, занимаюсь моё направление это цепи, мы решили обратиться к людям, которые в этом соображают. Цель этого YouTube-канала на тот момент было продвижение ювелирных мастерских, ювелирного мастерства, общение с другими людьми. Хотели ходить по ювелирным магазинам, снимать их ассортимент, плюсы, минусы. Хотели попадать на большие производства, ездить к ним, общаться, показать, как работают большие производства. Всю эту кухню изнутри. Но на тот момент блогера Олега Маргуна не знал никто. На канале было порядка 100 подписчиков. Кому я был интересен? Да просто никому. И общаться, и никто в это не видел. Не видел в этом перспективы, не видел в этом роста и развития. Далее мы решили показать изготовление ювелирных изделий, в частности цепей и браслетов, на чем я на тот момент специализировался. Ну и, собственно, специализируюсь на данный момент. Вернемся к нашему мастер-классу. Значит, мы заготовили, отлили, прокатали, протянули проволоку диаметром 2 мм. И намотали часть на ригель 4,5, часть на ригель 9 мм. И все полетело. Это были такие мастер-классы, которым людям не хватало информации. И очень много начали подписываться. К сожалению, в основном первые подписчики это были ювелиры, которым не хватало знаний, как я делаю. Хотели посмотреть, ну, поучиться и поднять свой уровень мастерства. Ну, ничего страшного, пошло движение канала, пошел рост, но одними мастер-классами очень сложно удержать аудиторию. Ну, сколько видов плетений? 50, 100, а дальше что? Это тоже ждал тупик. Нужно было что-то придумывать. И вот появилась идея создать самую большую серебряную цепь в мире, в СНГ и так далее. Изготовить самую большую цепь серебряную — это было спонтанное решение. А какую именно делать на тот момент я даже не знал. Что я сделал? Я просто сделал опрос в группе ВКонтакте. Просто написал, вот если большая цепь, то какая? И многие написали и проголосовали за плетение Бисмарк. Все, назад дороги нет. И мы начали изготавливать наш большой, огромный серебряный Бисмарк, который сейчас знает, наверное, вся Россия. Латунь, серебро, все. Я кадмий не стал добавлять, чтобы он текучим не стал, не был. А сколько латунь добавить? Сначала 10 грамм чистоты, 925, на 5 грамм латуни. Сейчас уменьшили. Я не хочу сказать, что эту цепь изготовил я один. Я придумал эту идею, я нашел металл, я за свои деньги приобретал оборудование, а где выполняла, конечно же, команда. И вот первая популярность. Эта цепь разлетелась по всем пабликам, по всем интернетам. Нет равнодушных людей к этой цепи. Кто-то кричит: кретины, нахрена вы такую цепь сделали, кто-то носить будет. А тот, кто понимает в изготовлении таких цепей, они говорят: вы капитальные красавчики. И так канал начинал расти с космической скоростью. Ну и этот проект подошел к своему логическому завершению. Что дальше? Куда двигаться дальше? Мастер-классы? Да, они продолжались идти и очень неплохо заходили. Но нужно было шоу. Для Ютуба важно шоу. И вот рождается идея с проектом «Золотая цепь за 7000 рублей». 100-граммовая золотая цепь за 7000 рублей. И следующий проект наш называется 100-граммовая золотая цепочка за 7000 рублей. И тут я как бы чувствую вот волну людей, которые будут от этого, хейтеров, да, которые напишут: это невозможно, это все разводняк и так далее. Многие начинают писать: да это фигня, развод, мошенничество, в чем суть проекта?
А суть проекта, я взял 7000 рублей, приобрел на тот момент небольшое количество золота, сделал там браслетик первый золотой бисмарк. Итак, на ваших глазах я изготовил цепочку плетения бисмарк. У нас, как вы помните, было 4,4 грамма, и вот на 4,4 грамма я сделал цепочку. К сожалению, как я планировал 50 сантиметров, мне не получилось, я сделал ее 45. Итак, у нас мы, что мы имеем? Цепочка золота 585 проба плетения бисмарк. Длина 45 сантиметров, вес 4,4 грамма. Продал, и таким образом, покупая-продавая изделия, я дошел до 100-граммовой цепочки. Этот проект шел порядка 2-3 лет. И закончился в прошлом году. Финалом я сделал цепь больше 100 грамм и золотой крестик. Ну что, народ, на этом, я считаю, проект 100% закрыт. 100-граммовая золотая цепь за 7000 рублей. И кто бы что мне сейчас не писал, что там это проект обман, потому что очень много людей звонило, продай, брат, за 7000 рублей цепочку и так далее. Это проект, который был из того, что 7000-7000 рублей я дошел до вот этой цепочки. Покупая, делая, покупая, продавая, неважно, 7000 рублей. Я закончил этот проект. Я завершил, многие пишут, ты, наверное, не доводишь до конца дела. Нет, он завершился. Дальше что делать? Дальше были, конечно же, взлеты и падения. И я такой же человек, как и многие. У меня опускались руки, что-то получалось, сразу появлялось воодушевление. Смотрю, что вам заходит видео, вы ставите лайки, приятные комментарии пишите. И хочется дальше продолжать развиваться. Потом были другие проекты, но это знаковые проекты, которые дернули канал. И мы начали расти, развиваться. Но сменялись команды, сменялись операторы, и нужно было как-то дальше двигаться. И появился проект «Ювелир с нуля». А один из вас написал о том, что «а сделай вот такой вот проект». И он сейчас идет на моем YouTube-канале. Итак, 1 августа 1 миллион рублей. Я считаю, что это отличная цель. Кстати, 1 августа у меня день рождения. Конечно же, были и неудачные проекты. Например, тот проект от 1000 рублей к ювелирному магазину. Проект по серебром, который называется «От 1000 рублей до ювелирного магазина», я закрываю. Я его продолжать не буду, потому что я не вижу смысла. Я неправильно задал вектор этого проекта. И получается, что я один такое количество серебро не переделаю. А подключать других людей, ну это уже не проект, это уже мастерская, это чуть другая история. Какую хорошую новость я приготовил. Есть космический, бомбический проект «Ювелир с нуля». Здесь вы можете похлопать, поставить лайк, подписаться обязательно на канал. Что хорошего? Суть этого проекта заключается в том, что я беру 5000 рублей и иду к 1 миллиону рублей. Но он плавно перерос и логически перешел в проект «Ювелир с нуля». Гордостью моего YouTube-канала можно считать что проект X. Это когда ко мне пришел Вячеслав, всем вам известный и любимый Слава Пипа. А ты вот расскажи о себе. Ну, мне 37 лет, зовут меня Вячеслав. Сам я из города Люберцы, Подмосковье. Больше в ювелирном деле ничего не умею. Большую часть жизни свою отработал сборщиком металлоконструкций, там, водителем. Ну, как жизнь шла, так и работа были, семья, дети, двое детей. Вот благодаря Олегу на мои комментарии, не комментарии, а на мою просьбу вот ответил, люди проголосовали, спасибо всем большое. Который был не связан с ювелирным делом, и благодаря своим стараниям и моим навыкам преподавателя, учителя, он стал хорошим мастером-ювелиром. И сейчас до сих пор работает у меня, и мы вместе продвигаемся, идем нога в ногу. Слав, привет! Как там жизнь у тебя? Жив-здоров вашими молитвами. Нужно сделать заказ для наших замечательных подписчиков. Сможешь? Ну, не вопрос. Уже буду скоро на работе. Жду. YouTube-канал – это не основной вид моего заработка. Я больше ювелир. YouTube-канал – это я рассматриваю как свое хобби. И на свое хобби я трачу время столько, сколько у меня есть свободного.
Конечно же, бывает хобби, хочется больше заниматься. И особенно, когда получается такое вдохновение, бежишь, что-то ищешь, делаешь быстрее, быстрее, снять, смонтировать, показать. А бывает, ну, не хочется этим заниматься. Вот просто нет времени, нет желания. Поэтому вы относитесь, пожалуйста, к этому спокойно. Не надо писать и ругать меня в комментариях. Я такой же живой человек, как и вы. На момент записи этого видео сейчас на YouTube-канале 98 620 тысяч подписчиков. Не хватает всего 1380 человек и 100 тысяч. Серебряная кнопка. Меня это очень вдохновит. И я обращаюсь к вам, мои дорогие подписчики. Те, кто не подписан, просто смотрит видео, а таких 40%. Нажмите на это видео, поставьте лайк, если оно вам нравится. Нажмите на колокольчик и обязательно подпишитесь на этот канал. И как только на этом канале появляется 100 тысяч подписчиков, я беру серебро и изготавливаю подвес в виде серебряной кнопки YouTube. И разыграю в том видео, в котором буду изготавливать, точнее, это будет следующим видео. Так что подпишитесь на мой канал, поддержите меня своим лайком, своим комментарием, а я вас не подведу. С вами Маргун Ювелир, будьте чуточку добрее, пока.